Привет, привет. Я тут на своей мини-кухне, импровизированной такой. Хочу рассказать. Вчера была в домовом, хочу рассказать, что там купила. Там сейчас есть скидки и в целом есть очень неплохие товары. Я все еще ищу себе некоторые товары замены икеевским. Вот. Купила себе такие тарелочки, очень симпатичные. Две штучки десертных и две штучки глубоких. По-моему, очень красивый у них дизайн. Вот, все цены я расскажу в конце. Так, в общем, такие тарелочки. Дальше купила такие вот салатники. Люминарки, я уже отклеила наклейки. Вот такие вот они глубокие. Один синий, второй такой бирюзовый. Кстати, они прям подходят под цвета икеевских мисочек. Ой, вот. Ну, прям практически один в один. Так, следующее. Секундочку. Следующее это как раз то, что мне нужно было на замену икеевским контейнером. Это стекло с крышкой, то есть в них можно и запекать, и хранить в холодильнике какую-то еду очень удобно. Вот я купила две таких штучки, так вот называется, вот так вот, на 1,5 литра. Дальше еще купила такие наборы тряпочек, в хозяйстве пригодятся. А вот следующее, это такой вот поднос для запекания 1,6, он без всяких крышечек, но в нем такое удобно в мини-печке будет запекать. И последняя покупка, вернее это такая составная покупка, в общем я купила сковородку Нева, производство Россия. Так, оп. Тут можно почитать всю информацию, если кому-то будет интересно. В общем, купила крышку, к ней крышка отдельно стоила что-то в районе 560, ну, в общем, 500-600 рублей такая крышка стеклянная. И вот такую сковородку небольшую, ручка у нее не съемная. И все это мне обошлось вот в такую вот почти кругленькую сумму. Конечно, это цены дороже, чем в Икее, но жить можно. Можно искать какую-то замену. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч!